Всем добрый вечер, дорогие друзья, в эфире вновь студия Arena for Game, у микрофонов сегодня для вас будем работать я, Максим Чеев и Герман Громов. Дорогие друзья, мы с вами отходим уже от рядовых турниров, и у нас наконец-таки настала финальная стадия новогодней пальбы. Сейчас парни будут бороться у нас за то, чтобы сделать себе никнеймы с точками, ну и в соответствии за игровой донат на 30, 14, там 21 день и так далее. Дорогие друзья, первыми у нас открывают матч Special Guards против USSR, и, конечно же, спросим мнение моего дорогого друга Германиус. Привет, что скажешь по этому матчу? Привет, ну как по мне, все-таки команда USSR выглядит в роли явного фаворита, да, точнее нет. Подожди, USSR это у нас как раз таки Али, Фредди, Джамбо, да, и Стрикс, да, да. Правильно? Да. Да, значит команда USSR. Ну почему они вот под белорусским флагом выступают, немножко непонятно. Ну ладно, это все-таки формальности опустим. Если брать чисто игровые моменты, то как по мне USSR действительно сильнее, да, хотя бы из-за наличия игроков, которые поопытнее. Как мне кажется. Возможно, я окажусь неправ. Все-таки мы видели и Такеду, 340-го, Пон-Пона, да, вот этих парней сумасшедших в плане стрельбы. И они могут вполне себе дать очень и очень годное противостояние своему сопернику. Поэтому будем надеяться, конечно же, что батл между этими коллективами получится очень интересным. Но мы вас, дорогие друзья, еще раз горячо приветствуем и открываем ставки. Первая карта будет «Взрыв в городе». Ну, вчера мы эту карту насмотрели, и с вами два матча на ней прошло. Посмотрим, что же будет сегодня. Будет ли здесь жаркая битва, возможно, мы с вами увидим какие-то дополнительные раунды, или же все-таки все обойдется у нас основным временем. Первый матч у нас пройдет по принципу БО-1, последующие два по принципу БО-3. Ну что ж, есть прогруз, никого не крашнуло, давайте смотреть. Как же сейчас будет развиваться у нас атака? Пон-пон потихоньку направляется под позиции Т-шки, а тем временем его тиммейты уже вовсю закидывают хаешками мост. И здесь один шифтер будет принимать своего соперника на халпе Джамбо, но посмотрим, что из этого выйдет. Да, ну пока все-таки агрессивных действий со стороны атаки мы не видим. Довольно тактический выход на мост. Там шифтер один будет принимать, но вот у шифтера сейчас могут начаться на самом деле проблемы, потому что целых три игрока у него на позиции моста будет. И Стефан, я думаю, его прочекал. Но теперь и Джамбо также приходит на хелпу к шифтеру. И вдвоем будут удерживать позиции дома и выход на дорогу с моста. Но опять же, хелпы пока что нет, потому что создает постоянно видимость. И пон-пон 340-й. Вот гипноз со Стефана забирает двух игроков на Б-пленту, тем самым оголяя часть карты для своего соперника. Фредди уже играет на перетяжке, но 340-й моментально его ликвидирует. Ситуация 5-2, крайне неприятная для обороны. От Алиева и Истерического есть довольно неплохие минусы. Истерический находит даблкил для своей команды, но он остается один против двоих. Да, по Такеду довольно неплохо поработали, 22% здоровья ему оставили, но там еще фуловый Пон-Пон со своими уашками, и этот парень умеет давать жару своему сопернику. Но здесь уже Истерический спалил свою позицию, и в соответствии его сейчас будут спокойно отстреливать с окна. Но если не Такеда, то Пон-пон его добьет. Да, довольно легкий, по сути, раунд получился для команды Special Guards. И посмотрим, получится ли у них второй раунд к ряду на такой же легкой ноте. Потому что все-таки, да, на ретейке неплохо пытались сыграть сейчас команда USSR, но не получилось. Алиф, винты, истерические двойка, Фредди на А-планту, Джамбо и Шифтер также у нас играют на Б-планту. Ну и снова, в принципе, такой же дефолтный выход. Три моста, один Т-шка и один на нуле. 340-й будет занимать именно эту позицию, дабы посмотреть аркаду с винтов. Но он сам уже, кстати, более агрессивно сейчас начинает выходить под винты и, возможно, даже выйдет и постреляться. Ну а шифтер с Джамбо также все те же самые позиции. Но, мне кажется, как раз-таки 340-й будет таким небольшим камнем преткновения во время атаки для обороны. Со всех сторон будут зажимать, но я так смотрю, Стефана вообще здесь одного оставили. Там выход от гипноза имеется через мид. Но шифтер попытается принять своего соперника. Да ладно, с дуалов не перестреливает Стефана. 340-й его забирает. И здесь же Фредди еще ведет отстрел, но 340-й его не простил. Есть также минус по истерическому. Фредди соло. Через мид будет играть. А, прошу прощения, там истерический играл на отстреле. Я потерялся немного. И Фредди видит Стефана. Хорошая пачка, но он один в три. Но думаю до сих пор, что бомба стоит на Б-планту. Но бомба-то ва. И как бы пора бы бежать, наверное, уже. Фредди, Фредди, просыпайся. Ты обделался. 20 секунд остается, взрывается сишка. Ну там 340-й уже и пункт двойки принимают.
на двоечка. Неплохое начало. Неплохое для начала для Special Guards. Отличные два раунда. Дефолтные, я так понимаю, зашли. Все-таки 1-1-3. Можно расценить, я думаю, как дефолт. Ну, по крайней мере, так оно все и выглядит. Если третий раунд такой же будет, то действительно это будет тот самый дефолт. Да, опять 3 мост, 1 middle, 1 upland. То есть делают этот раунд, пока он, получается, приносит свои дивиденды. Мудрствовать лукаво, мудрствовать здесь, да, какие-то излишние фишки придумывать не нужно. Играешь, пока получается. И получается, на самом деле, у Special Guards очень и очень неплохо. 340-й, кстати, агрессивно, но винты выходят на первых таймингах. Там у Шептера есть проблемы по ХП, но все-таки сейчас он довольно в сухую перестрелял 340-го. Ну и теперь преимущество, это, кстати, впервые преимущество у нас у обороны по выжившим игрокам. Но здесь небольшая рокировка у нас как раз-таки произошла. Вот Шифтер ушел на винты, Алиев теперь закрывает выход на Б-плейн, но он по-прежнему там не один. Джамба будет ему хелповать, но они теперь принимают решение отпустить полностью выход на чердак и будут принимать спокойно там своего соперника. Стефана уже занимает дом, а также Гипноз будет играть через позиции воды. Но сможет ли Алиев вместе со своим тиммейтом удержать эту позицию? Давайте посмотрим. По Гипнозу имеется информация, от Помпона есть довольно неплохой минус, но Гипноза прощает. Пока что Джамба, была перестрелка. Гипноз, ты куда? А, он нашел Алиева под бетоном, но здесь как-то под Б-плейнтом все хуже и хуже дела у обороны. Да здесь даже не то, чтобы Б-плейн, да, здесь и под А, и под Б попытались мансануть, и у них, кстати, это очень даже неплохо получилось, и истерически остается один на винтах. По нему, конечно же, есть информация, бомба ставится на Б-плейн, то и Гипноз просто идет закрываться со Стефана в доме, это будет, скорее всего, перекрестный огонь, байтить на себя будет, скорее всего, Гипноз, так как очень битый. Ну и задача, конечно же, Стефана просто разменять, да, там 9 хп всего лишь у истерического, поэтому шансы на взятие раунда остаются крайне минимального для этого игрока команды USSR. Ну и слушай, если будет 3-0, это либо будет сразу же разгром, либо же все-таки после третьего раунда как-то попробуют забрать первый раунд, да, по нашему золотому правилу трех раундов. Да, но если не получится, то 4-0, там, я думаю, засноуболятся уже игроки команды USSR, ну а Special Guards 3-0, молодцы. Ну, сейчас мы как раз-таки с тобой проверим, будет ли это наше правило или нет. Камеру наверх, давайте посмотрим, опять же, как будут развивать свою атаку Special Guards. Но тем временем Гипноз направляется под позиции мида, его здесь вообще никто не контрит. Алиев играет под катушками. Есть информация по своему сопернику, довольно неплохо с ним справляется. Но вот в чем вопрос, почему Гипноза оставили одного? Почему у него вообще никакого саппорта не было? Ну, если вы заходите всей толпой через мид, то заходите. Если вы пытаетесь разводить мид плюс мост, то надо было дождаться какого-то тайминга. Но Гипноз попытался сыграть на быстрой ноге, у него это не получилось. И пока что, опять же, игроки команды USSR добывают преимущество. Выход под Б-плейнт уже есть, и его уже укрепили. Ну, касаемо выхода от Гипноза на мидл, это не был коллективный, на самом деле, выход. Это просто парень решил, ну, на быстрой ноге, на хорошем тайминге, на неждание сыграть. Но там все-таки имел шанс его на Алиева перестрелять. Ну и, как мы видим, у Алиева вообще там 27 хп остался ровно на одну пулю. Стефан идет пушить дорогу, но здесь сразу два игрока. Широкая плюс квадрат, Алиев остается пока еще в живых. Но там их Фредди погибает. Неплохо. Стефана закрывает позицию. Но там уже из перемычки. С винтов идет Понпон сзади. И никаких шансов в этом раунде нету у команды USSR. 4-0. Это Габелла. Ну да, как-то первая половина начинается вообще не с самой благоприятной ноты для команды USSR. 4-0 за Special Guards. Ну, сейчас посмотрим. Они причем каждый раунд пытаются играть как-то по-своему. У них нет такого, то, что вот один остается по Т-шкой, все остальные идут только через мост. Они постоянно пытаются разыгрывать выпады на винты, выход через мид, там игра в Т-шке плюс боковая. Но посмотрим, смогут ли они забрать пятый раунд для себя. Истерически играет очень агрессивно под Т-шкой. 89 хп у него остается, перестреливается. Стреливает Стефано, также Алиев находит минус по 340-му. И тут же Гипноз ставит хедшот своему сопернику. Я так понимаю, теперь атака будет развиваться под аплейн. Да, и сейчас будем смотреть, возможно, за становлением первого раунда у команды USSR. Если, конечно же, в какой-то момент они не провалятся в своих решениях. 2 на 2 играют, 2 игрока на Б, 2 на А. Ну а преимущество все-таки у атаки сейчас при выходе на аплейн. Видели в двойке одного из игроков, это был Фредди, по-моему. Ну а как, почему смещается оборона? Они решили просто закрыться на Б. Да, они просто закрываются на Б. И это решение выбить 4 в 3 на поставленной бомбе в апленту. Честно говоря, более абсурдного, непонятного решения я еще не видел.
Зачем? То есть, да, понятно, если вы не хотели отдаться, это, ну, понятно, ну, не так это делается. То есть, там из БХВП должна была просто идти быстрее. И как-то можно просто было под пятеркой закрыться, но никак не уходить вдвоем там на перемычку, где у вас и так два тиммейта на Б-планту. Но здесь, конечно, этот раунд должны 100% забирать игроки команды Special Guards. Но, тем временем, Алиев уже заходит в Т-шку, идет перестрелка против Гипноза, и он погибает. Джамбо остается один против двоих, есть информация по Такеда. Ну, и Гипноз сейчас просто хелпанет своему тиммейту, приострелит двойки. Неплохой выпад от Джамбо. Один на один остается против Такеда, у него есть примерная информация, но времени все меньше и меньше, так что разминировать бомбу здесь ему не удастся. Такеда выходит и ставит ему пулю в лоб. 5-0. Да, и здесь даже песня «Какая боль, какая боль» не совсем подойдет к описанию этого матча. Здесь просто какой разрыв между классами игроков, я не знаю. То ли команда USSR не проснулась, то ли что-то еще. Но пока абсолютно ничего не получается в обороне. Какие-то непонятные решения. Вот, по крайней мере, по последнему раунду, это прям, я не знаю, это из ряда вон выходящее вообще решение. Я не знаю, кто координатор в этой команде, но решение было действительно далеко не самое логичное и не самое, так скажем, да, вот правильное. Но тактикал паузу берут команды все-таки СССР, надо им что-то да обговорить. Возможно, стоит прибавить чуть в агрессии. Да, уже, в принципе, понятно, как играют их соперники. 3-1-1, да, 3 мост. Сейчас немножко разбавили 2-1-2. Но, тем не менее, можно, наверное, где-то и в поджимах сыграть. Немножко посмелее команде USSR, чтобы почувствовать свою какую-то силу. Потому что сейчас, действительно, от них остается только мокрое пятно. Но и его, возможно, скоро не останется, если сейчас с этого раунда не начнут камбэчить игроки команды USSR. Ну, желаем им, конечно же, в этом удачи, но пока команда Special Guard просто на высоте. Сложно что-то тебе сказать против этого. Да, действительно, игроки команды USSR сейчас не в самой лучшей форме, но я думаю, они сейчас должны проснуться и понимать, что у них идет не так. Но и после этой тактической паузы игроки команды Special Guards, меняя сразу же свою тактику, это выход под позиции Аплинта. 340-й попытался на быстрой ноге выйти, его сразу же ликвидирует Джамбо. Полетели хаешки под Аплинт, от Помпона довольно неплохой минус. Помпон находит еще один фраг, и пошла перестрелка против Алиева. Но здесь Алиев прекрасно понимает то, что сейчас его будут просто зажимать с пятака. От Помпона трипл килл в этом раунде, шифтер на размене. Ситуация 3-2. В принципе, играбельная для команды USSR, но в свете последних событий уже даже не знаю. Там Алиев пойдет через винты вместе с перемычкой с шифтером, но не знаю. Все-таки в таких выбиваниях 2-3 надо, мне кажется, одного игрока отправлять так или иначе в тэшку, да. Ну и здесь гипноз две головы. Точнее, одну голову и другого в тело просто перебривает, так что и без шансов для команды USSR. 6-0. Вот начало действительно, казалось бы, многообещающее для команды, да, для команды USSR, я имею в виду, они неплохой отпор дали в первых двух раундах, да, там и на ретейке неплохо сыграли, но я никак вообще не подразумевал даже, что вот настолько сильное отставание будет одних от других. Но посмотрим, все-таки это игра, и кто лучше готов, кто моральнее устойчив к таким стрессовым ситуациям, тот, конечно же, и побеждает. Но есть выход в Аплэнта уже, и пока что без разменов, но вот истерический. Вместе с Джамбо на пару забирает игрока на Аплэнту, минус гипноз, 340-й, пошел пушит двойку, попал так, забирает на пятерке, у нас истерический, так, весь 340-й, неплохой минус Аталим, вот 340-й, забирает на пятерке еще одного игрока, и это разнос, дорогие друзья, 1-3 для Шифтера, уже 1-2. Но Шифтер находит первый минус, также есть выход у нас на Такеда, у него остается 10% здоровья, и Стефана тогда останется один, если пойдет Такеда, но посмотрим. Шифтер идет играть на выбивание, чекает уже Т-шку и пытается зайти за спину своему сопернику, у него это получается. Есть минус, и Стефана остался один на один против Шифтера. Хаешка неплохая, но, в принципе, на этой хаешке и отправляется отдыхать Шифтер. 7-й раунд в копилке команды Special Guards. 7-0, загорается счет на табло, но если первая половина у нас пройдет 9-0, да даже если сейчас два раунда забирают игроки команды USSR, то в любом случае огромные проблемы у них будут на смене сторон. Но если 9-0, то здесь уже точка невозврата. Вот уже Алиф пошел, отчаянный пуш на Т-шку, да, там никого на своем пути не встретил с самого начала, но зато Такеда его через ширпу просто простреливает, и Понпону большие проблемы в Аплантун, он хаешку откидывает очень грамотно под истерического, но вместе с Джамбо истерически забирает игрока на сигарете, Такеда выходит под префайр, но там уже есть, там уже два игрока на Б-планту, 340-й Стефан, и Такеда будет просто стягиваться через ноль к своим тиммейтам. Ну а 340-й закроет сейчас перемычку с дуалами, и это будет, походу, очень больно.
Ну, посмотрим. Первый минус все-таки от него имеется. ХАЕшка залетает, но, я так понимаю, это было его тиммейта. Истерический также пытает свою удачу. Есть еще один минус. Даблкил, триплкил от 340-го. Неплохо. И Шифтер остается один против троих своих соперников. Принимает решение пойти через мидл. Но, я так понимаю, здесь... А, нет. Я думал, 340-й как раз-таки смещается на мид. И сейчас должен ловить... Должен ловить своего соперника. Квадрокилл в исполнении этого парня. И это восьмой раунд в активе команды Special Guards. 8-0. Да, беда, дорогие друзья. Но как-то не ожидал я такого поворота в этом матче. Но что есть, то есть. Команда Special Guards просто не чувствует соперника. Просто вкололись адреналином и пошли... По головам, по трупам, я не знаю. Они сейчас действительно проходятся катком по своему оппоненту. И здесь команда USR вряд ли уже вырулит на какой-то достойный результат. Хотя, вполне вероятно, может это сделать. Мы уже были свидетелями. Да, не так часто, но тем не менее, история ПМ-Ланка, она велика. Она знает и не такие камбэки с 9-0. Поэтому все вполне может быть. Но пока что все, что мы видим, это тотальная доминация команды Special Guard. И здесь пока что... Ключа, который мог бы повернуть эту гайку в обратную сторону, вообще не видно. И, ну вот сейчас 3 в 3, возможно, хоть этот раунд заберут. Но посмотрим, там уже выход с винтов имеется, и об этом выходе не знает Фредди. Выход за спину, от гипноза есть минус, Стефана также ликвидирует двойку, и Шифтер остается один против двоих своих соперников. Он прекрасно слышал сейчас гипноза, выход с префайром, но фугас установлен, и двое игроков команды Special Guard закрываются под позициями Т-шки. Пойдет выбивать сейчас Шифтер своего соперника, дуалы в руках, в принципе, это возможно, если падает Такеда, еще перевестись на Стефана. Отлично, а, да ладно, он не зачекал Стефана, ну и Стефана выходит уже за спину, пытается его казнить. Не удается пока что. Шифтер 1 на 1, но тут 3 хп оставляет своему сопернику. Это все-таки 9-0. Заканчивается первая половина в пользу команды Special Guards. Я комментирую даже не буду. Здесь просто можно смотреть за матчпоинтами и ничего больше не говорить. Анализировать игру команды USR тоже на самом деле бессмысленно. Здесь абсолютно все было не так, да. То есть, если делать глубокий анализ, то можно здесь затянуть у нас на несколько часов, что вообще не так делали команда USR, ну и что делали команда Special Guards. Просто вот если конкретизировать, если задженерить общие, так скажем, сведения об игре двух коллективов, то просто одни чувствовали себя в разы увереннее, чем вторые. Все. Это абсолютно все, что можно сказать по этому матчу именно в общей черте, в такой, да, вот. Это действительно уверенность. Уверенность, отсутствие страха перед соперником и прочее, 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 прочее. Ну что, 9-0. 9 матчпоинтов у команды Special Guards. Ну что ж, будут у нас какие-то изменения в атаке, или же все-таки здесь Special Guards берут 10-0 и спокойно выходят уже в полуфинал новогодней пальбы. Фредди попытается отыграть на нале, но там уже хаешки полетели под мост, так что далеко Фредди явно не отпустит. Выход от 340-го на аркаду боковой, есть минус по джамбу, истерически моментально играет на размене. И теперь вектор атаки явно направляется под позиции Аплинта, но здесь на страже порядка гипноз, есть уже по нему информация, и также есть инфа то, что в Т-шке как минимум двое игроков. Истерический пойдет через боковую, но там уже за спину, я так понимаю, врывается пон-пон. Есть первый минус. Падает еще и Шифтер, и остался один истерический. Так, ну, ГГВП. ГГВП.